Видео подготовлено сайтом online-gdz.net/геометрия 7 класс, автор Мерцляк, задание 158. Перерисуйте в тетрадь рисунок 131. С помощью угольника и линейки найдите на прямой L точку, равноудаленную от концов отрезка AB. Ну, перерисуем отрезок AB, прям перерисуем по клеточкам. Получается, две клеточки вправо и три клеточки вверх от АВ. Так, и теперь прямая L. Тоже по клеточкам ее вот так изображаем. Вот она, прямая L. И нам нужно на прямой L найти такую точку, которая была бы равна удалена. То есть расстояние от этой точки до точки А должно быть равно расстоянию от этой точки до точки Б. Для этого мы воспользуемся серединным перпендикуляром, так как все точки, лежащие на серединном перпендикуляре, равно удалены от концов отрезка. Чтобы построить серединный перпендикуляр, мы отметим середину отрезка АБ. Вот так. Давайте тут отметим О. И запишем, что мы АО равно ОБ. То есть мы нашли середину отрезка АВ. Теперь мы проведем через точку О прямую перпендикулярную отрезку АВ. Давайте обозначим ее буквой N и напишем, что N перпендикулярно отрезку АВ мы построили. Теперь найдем точку пересечения серединного перпендикуляра с прямой L. И вот эта точка М искомая. Искомая она потому, что расстояние АМ равно расстоянию БМ. Давайте это изобразим на чертеже. Вот, думаю, двумя черточками вот эти расстояния изобразим. А АО и ОБ изобразим одной черточкой. Вот так. И запишем, что АМ равно БМ, значит, точка М искомая. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.